10 стартов за один день. Триатлеты всех категорий возрастов собрались в Сочи, чтобы пройти огонь и воду. Здесь созданы все условия для проведения различного рода соревнований. Соответствующая инфраструктура, обеспечение, администрация города Сочи всячески способствует и содействует проведению различного рода соревнований. Триатлетам мало плавания и 40-километровой велогонки. Чтобы победить, им нужно еще побегать. А чтобы никто не хитрил, наворачивая круги по сложной трассе среди домов и гостиниц Олимпийской деревни, организаторы применили ноу-хау. Ну а тем временем лидеры появляются на финишной прямой. Это должно быть достаточно комфортное преимущество у Александра Брюханкова. Александр Брюханков – лидер сборной России по триатлону. Был лидером и на протяжении всей 10-километровой трассы. Говорит, очень помогала поддержка болельщиков. Гонка была, не скажу, что легкая. И не скажу, что именно такая сильная, как на мировых сериях, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, Европы. Но гонка была достойная. Бились мы до конца. Бились действительно до конца, что называется, сбивая ноги в кровь. По результатам соревнований будет определен состав сборной России элиты и юниоров на ближайшие соревнования в Женеве. Старт прошел чудесно. Спортсмены, все основной состав элита, все здесь выступили. Вы видели, что борьба была до самого последнего момента, и все определилось на финише. Триатлон приедет в Сочи снова уже этой осенью. 26 сентября Олимпийский парк примет Кубок Европы по этому виду спорта. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.